Работа штаба, созданного в связи с произошедшим в Байзакском районе, продолжается. Члены штаба совместно со специальной комиссией обследовали жилые дома и социальные объекты в ближайших трех населенных пунктах. В настоящее время выявлено 118 объектов недвижимости, требующих ремонта. Из них 106 жилых домов, 12 коммерческих объектов. Из выявленных 106 жилых домов 35 будут капитально отремонтированы, остальные 71 также будут восстановлены в ближайшее время. На все работы будут направлены как рассматриваемый правительством, так и дополнительный бюджет, средства спонсоров в регионе. А что касается социальных объектов, то три школы пострадали особенно сильно. Вместо старых школ было решено построить новые. Приезжают в 9 утра, а уезжают уже с закатом солнца. Работают хорошо. Были и прорабы, и мастера. Обещали все выполнить качественно. Также члены комиссии осуществляют соответствующую работу по уточнению и подсчету объема нанесенного ущерба. 106 домов пострадали, 35 из них требуют капитального ремонта. Остальные тоже будем восстанавливать. Отметим, что строительство новых домов не планируется. Будут проведены только восстановительные работы. Кроме того, семьи сотрудников МЧС, погибших от взрыва, будут полностью обеспечены социальной поддержкой, а их кредиты будут полностью закрыты. Наталья Трофимова, Ермек Кеншинбек, Жамбыл Ньюс.